В республике с 2004 года 18 мая празднуется День подснежника Нюргунгне. Подснежник – первый цветок, оживающий после долгой суровой северной зимы. Научное название цветка – прострел. В Якутии растут желтый прострел, обыкновенный с красноватым оттенком, фиолетовый турчаниново и аянский, даурский, сине-фиолетовый. Прострел аянский и турчаниново занесены в Красную книгу Якутии. В центральной части Якутии распространены желтые и обыкновенные подснежники, в западной части – фиолетовые. Для народа саха Нюргун является символом выносливости и первой любви. Якутскому подснежнику посвящено много песен и стихотворений. Родители называют своих дочерей в честь весеннего цветка – Нюргун или Нюргуяна. Поэты и певцы воспевают подснежник в своих стихах и песнях. Подснежник имеет в якутской культуре большое значение как символ красоты, молодости и в то же время символ силы.